Я на самом деле в Владивостоке родилась, выросла, 15 лет прожила здесь, и здесь практически все мои родственники живут. А так случилось, что из-за нехватки возможностей в Владивостоке пришлось уехать, да, в более крупные города и там развиваться. Теперь, когда я уже добилась самых лучших наград в спорте, моя душа тянет меня сюда, вернуться и развивать здесь спортивную гимнастику и вообще спорт в целом на Дальнем Востоке. Мне очень сильно интересна эта тема. Я стараюсь привлекать, и я знаю, что детям интересно. Я получаю позитивную обратную связь и думаю, что все это не зря и будет приносить только положительные эмоции.